Привет, дорогой зритель, дорогой футбольный болельщик, фанат. Меня зовут Егор Дергачев. Я рад приветствовать каждого из вас в своем видеоблоге. Продолжаем с вами разговор про Лигу Чемпионов. Потихонечку групповая стадия самого престижного европейского клубного турнира перевалила за свой экватор, вернее, переваливает прямо сейчас. И мы говорим сегодня про матч в Португалии, где Порту будет принимать Лейпциг. Лейпциг, неожиданно, признаюсь вам честно, для меня сумела сломить сопротивление португальской команды в Германии. Добились немцы победы со счетом 3-2. И чего ждать в ответном поединке, если можно так выразиться, касательно группового этапа, вопрос очень-очень сложный. Да, Порту фаворит, да, португальцы должны выигрывать, но сбудется ли это веяние, это вот такой вот большой знак вопроса, и непонятно, действительно, сможет ли Порту победить. Да, даже по моему мнению, я соглашусь с букмекерами, что португальцы небольшой фаворит, но удастся ли им победить, я еще раз повторюсь, это очень-очень сложный вопрос, ответа на который у меня попросту нету. Но поскольку Порту, по сути, отступать некуда, мне кажется, что португальцы пойдут вперед и будут стараться играть на победу. Лейпциг же, как играет в гостях, мы все прекрасно видели на примере матча с Бешикташем. Мне кажется, что в этом матче будет много забитых мячей. Ну, во всяком случае, больше, чем 2,5. А на такой исход букмекеры предлагают весьма и весьма неплохой коэффициент 1.84. И мне кажется, эту ставку нужно брать в обязательном порядке. Если вы думаете так же, то не скупитесь на лайки и в обязательном порядке подписывайтесь на мой канал. Добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте и вступайте в мою группу ВКонтакте по ссылочкам, которые вы увидите в описании этого ролика. Ну а чуть ниже, в комментариях, пишите свои варианты ставок и свои...